Теперь у жителей Зеленых аллей есть свое культурное пространство, где можно интересно провести досуг. Открытие библиотеки ждали в этом новом микрорайоне с нетерпением. Очень долго ждали открытия библиотеки, потому что проходили мимо, и очень интересно, мы любим книги. Ребенок тоже любит книги, ну, поэтому очень хотелось посетить ее. И вот, наконец, мы дождались открытия. Безусловно, вот такое вот открытие библиотеки – это будет очень нужное и важное событие, о чем нам даже уже сегодня с утра люди, которые приходили, заглядывали еще и говорили, какое это прямо счастье, что будет библиотека, что не нужно будет ходить в центральную так далеко. На торжественное открытие были приглашены почетные гости – представители администрации округа и депутатского корпуса. Конечно, нам всегда не хватает квадратных метров. Но как только что выступали, все говорили, что даже вот в этих квадратных метрах мы в состоянии сделать революцию, культурную революцию. Сегодня библиотека – это культурный центр, а не только книговыдача. Изначально говорили, там, наверное, с 2016 года, что нашему ЖК необходима библиотека. Вот. И вот сегодня мы наблюдаем такой, скажем, подарок от Ленинского городского округа ко дню города, открытие библиотеки, очередного социального объекта. Вот. И, конечно, мы все очень рады. Помещение площадью 75 квадратных метров на первом этаже жилого дома было выкуплено у собственника муниципалитетом. Здесь была произведена перепланировка, сделан ремонт, закуплена мебель, в том числе и мобильная, которая поможет трансформировать пространство для проведения занятий и мастер-классов. Очень хотелось бы, чтобы вот был такой некий соседский клуб, чтобы люди знакомились, приходили, если у кого какие-то таланты есть, кто-то что-то умеет делать, чтобы они здесь проводили кружки для детей, для активного долголетия. В новой библиотеке будут работать два сотрудника. Заведующая Ольга Савинова рассказала, ремонт и обустройство заняли несколько месяцев. Дизайн интерьера продумывали до мелочей, чтобы читателям было уютно и комфортно. Подготовка происходила очень интенсивно. Принимали участие сотрудники центральной библиотеки и вспомогательных служб. Все работали слаженно. Хочу поблагодарить их за это, все, кто принимал участие. Мы пытались сделать так, чтобы было красиво, удобно. И люди, которые придут к нам, были довольны. Первой читательницей стала Екатерина Стаценко. Девушка живет на улице Лемешко, и библиотека в Зеленых аллеях – ближайшая к ее дому. Были на мастер-классе в парке, и нас пригласили на открытие. И вот мы пришли на мастер-класс, и плюс получить читательский билет. Вот, подрастет, будем книжечки получать. Книжный фонд библиотеки составляет около 3000 экземпляров. Очень много детской литературы. Про паровозы ты любишь, книжки, да? Про технику, спортивные, про спорт, про животных. За 2 года в Ленинском городском округе открылись библиотеки в жилых комплексах «Пригород Лесное», «Новомолоково», шестом микрорайоне города «Видное», это в «Зеленых аллеях» 4-е. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».